Всем привет! С вами Екатерина Олейник, и я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я хочу вам показать, как сделать интересную и даже интригующую открытку с двумя выдвижными элементами, оригинальное название которой Double Slider Card. Появление двух выдвижных тегов подобно тому, как фокусник достает кролика из шляпы. Такой эффектный выход никого не оставит равнодушным. Итак, приступим к выполнению. Для начала подготовим основу для открытки. В моем случае ширина и высота зависят от высечки рамки, которая будет ее украшать. Сама основа строится довольно просто. Припуск на склеивание, две высоты открытки и опять-таки припуск. Переходим к нашим выдвижным элементам тегам. Для красоты я вырезала 4 тега, где бежевый меньше салатового. Один тег по длине делаем так, чтобы часть его выглядывала из открытки. Второй тег делаем равным ширине открытки. Собираем теги и украшаем их. Приступаем к исполнению самого механизма. Для этого берем прямоугольник чуть меньше по размерам нашей заготовки. Также нам понадобится полоска из полиэтилена, к примеру, от обыкновенного файла или пакета. На прямоугольнике отмечаем ширину ленты на пару миллиметров больше и делаем прорези. Теперь вставляем в прорези ленту и закрепляем двухсторонним скотчем. Лишнее отрезаем. Первым приклеиваем большой тег. На пленку клеим полоску скотча, а к нему тег. Затем прикладываем второй тег и также приклеиваем. И проверяем, как работает наш механизм.
Теперь вклеиваем механизм в основу для открытки. Для этого первый припуск приклеиваем к основе под большим тегом. Второй припуск приклеиваем также к основе, только уже под вторым тегом. Проверяем, все работает. Осталось украсить обложку открытки, штампуем цветы и добавляем надпись. Чтобы тег было удобнее выдвигать, продеваем атласную ленту и красиво ее обрезаем. Вот и все, открытка Double Slider готова. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то не забудьте подписаться на канал. И до скорой встречи!